В чем суть одиночества? Ну, мы привыкли думать про одиночество не так, как надо. На самом деле, настоящее одиночество Робинзона Крузо. Значит, у всех остальных людей не одиночество, у них отсутствие социальных связей, которые бы их устраивали. И отсюда ответ на то, что такое одиночество. Одиночество – это когда вы не можете построить социальные связи с другими людьми. Вы можете это объяснять себе как угодно, что все кругом, значит, идиоты, что там, я не знаю, никому нельзя доверять и прочее, прочее, прочее. Вот, ну, на самом деле, если вам можно доверять, то точно есть кто-то, кому тоже можно доверять. Вот, поэтому мне кажется, очень важно, когда мы говорим про вот это ощущение собственного одиночества, признавать правду. Правда состоит в том, что мы по каким-то причинам, имея какие-то обоснования, возможно, логически стройные и выверенные, испытываем трудности с формированием социальных связей. Да, это сейчас супер-мега-проблема. Да, сейчас очень сложно построить такие долгосрочные, качественные социальные связи. Но от того, что вы говорите, что я чувствую себя одинок и как бы весь мир мне как чужбина, от этого лучше социальные связи становиться не будут. Вот, поэтому, да, это для нас вызов. Вызов для человека 21 века. Научиться разговаривать с другими людьми. Научиться радоваться другим людям. Научиться радоваться вместе с другими людьми. Это прямо, понимаете, вызов. Потому что нас всех расселили, так сказать, по отдельным информационным пространством, каждый живет в своем экране, и, конечно, мы теряем человечность, потому что человечность — это прежде всего, как вы друг к другу относитесь, насколько ваши социальные связи глубоки, объемные, содержательные. Вот. Мы теряем свою человечность. Вот в чем суть современного одиночества.